Oui, bonjour. Je vais au stade, Rudy. Pas de minute, du coup. Pardon. Rassurez-vous, pas quand, presque vite, ça. Je m'appelle Docteur Poulet. Gérard Poulet. Subvenoy, personnel. I, vaché, précasse, noyé. Litso, cachette, ça. Né, snakomim, mi uje, strachalis. Oui, tochno. Oui, prerudili, uje, comme ni na priome. Vaspili, problemi, stradoroviem. Swami, fio, prerudke. Bolche ne bes pokoid. Oh, ça va. Perekas, non? Vitoje, minanie uznali. Это все потому, что совсем недавно я сходил неподалеку в один барбершоп, и там замечательный мастер Карим сделал мне новый образ, сделал мне современную модную стрижку и оформил мне усы вот так. Сказал, что так я выгляжу более импозантным французским мужчиной. Как вы думаете, стал ли я более импозантным с нашей прошлой встречи? О, merci, merci. Что ж, ладно, pardon, хватит обо мне. Что привело вас? О, oui. Конечно, конечно. Я могу провести вам лор осмотр, доктор Жерар, доктор медицинских наук. Я обучался во французской академии докторов, и я могу быть абсолютно любым доктором. Oui. Конечно. Что же, давайте свою карточку. Хорошо. Прекрасно. Итак, ваши данные обновились или остались такими же, как и были? О, магнифик. Что же? Тогда давайте сразу перейдем к осмотру. Oui, конечно. Не будем, как вы говорите в России, тянуть кота за хвост. Точно, точно. Pardon, мне кажется, там было что-то другое. Возможно, я неправильно запомнил это выражение. Русский язык до сих пор для меня целая загадка. Это не медицинские науки, в которых я разбираюсь очень хорошо. Итак, первое, что я буду делать, я подойду к вам поближе. Хорошо. Доктор Жерар видел все. Не нужно стесняться, вы помните. C'est magnifique. Сейчас я буду трогать ваш прекрасный носик в разных местах. И если вам будет больно, некомфортно, вы обязательно скажите мне об этом. Ça va. Давайте начнем. Аккуратно трогаю ваш прекрасный носик. Итак, больно? Non? Magnifique. Так, какие ощущения вот здесь? Très bien. Хорошо. Прекрасно. Pardon. Oui, конечно. Я могу быть любым доктором. Абсолютно. Oh, non, non, non. Pardon, pardon, excusez-moi. Non, проктологом я быть не могу. Pardon. Oh, потому что, когда я учился
своей французской академии докторов, я очень сильно заболел во время курса по проктологии, и, к сожалению, я не могу теперь быть проктологом. C'est la vie. Oh, я знаю одного хорошего... Ah, вы просто спросили. Pardon. Продолжи. Хорошо. Как вы здесь? Je vois. Très bon. Прекрасно. Хорошо. Теперь, пожалуйста, сделайте следующее своим пальчиком. Прижмите левое крыло носа. Вот так. И дышите ровно и спокойно. Хорошо. Я послушаю. Хорошо. C'est là. Не слышу никаких посторонних призвуков. Теперь правой рукой, правым пальчиком прижмите правое крыло носа. Дышите ровно, спокойно. Прекрасно. Дышится ровно обеими ноздрями. Très bon, magnifique, великолепно. Теперь я возьму свой прибор. Где он? И осмотрю ваш прекрасный носик внутри. Надену специальную насадку. И осмотрю ноздри изнутри. Так, пожалуйста, голову чуть-чуть. Хорошо. Хорошо. Итак, носик. Прекрасно. Хорошо. Теперь только я ноздря. Замечательно. Смотрите, насадку снимаю, этот прибор еще пригодится мне. Теперь сделать нужно пометку в вашей карте. Одну минутку. Хорошо. У вас есть жалобы на ваш прекрасный носик? Ну, magnifique. Я перейду к вашим прекрасным ушкам. Осмотрю их сначала внешне. Позвольте. Хорошо. У вас очень прекрасные, аккуратные ушки. Не больно. Если нажимаю вот так, не больно, живо. А вот здесь, хорошо, понятно, замечательно. Прекрасно.
Snova, Biru, Svoy, Priboru, Nadivayu, Novayu, Nasadku. Et сейчас я буду осматривать ваши прекрасные ушки внутри. Может быть немного щекотно или может быть даже неприятно. Вы мне обязательно скажите, если вдруг у вас начнется, как это по-русски, тошнота или может быть головокружение. Хорошо? C'est bon? Pardon? Je dormais toute victime sur un perroï esclade précrasement. Précrasnié, chistillé, ouchki, ouchnon et prarod, nié, sa blocurvane, rarachon, magnifique. Sur Précrasnon, ni vijou, ni kikik, problème, soit levim, ou j'con, perretum, ou bravement, rache. Nous, c'est comme d'autres, j'con. Toc, 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 j'te doute, on a ça. Au revoir. J'vois. Ni vijou, ni j'con, strachne grand. Je продолжаю осмотр, сделаю заметки вашей карты. И последнее, что нам осталось проверить, это ваше горло. Oui. Что же, разрешите вас потрогать за вашу прекрасную изящную шею. Он не нужно стесняться. Ваша шея, c'est magnifique. Oui. Donc,
Rarachu. Kakdaya, Najimayu, Vostisu, Bolno. Nit, Prekrasno. Tok, Proveri. Откройте свой рот и скажите долго букву А. Хорошо. Так, говорите протяжно. Хорошо. Трогаю вот здесь больно. Угу. Если трогаю вот здесь не больно, прекрасно. Снова скажите А. Хорошо, прекрасно. Oui, je vois. Précrasno, donc, пока можете закрыть свой прекрасный рот, я возьму прибор, откручу вот эту штучку и фонариком посвечу снова. Откройте, пожалуйста, рот. Прекрасно. Высуньте язык и скажите снова «А». Très bien. Magnifique. Горло. Розовое. Чистое. Хорошо. Миндалины. В норме. Не увеличены. Прекрасно. Так, язык. Держите. Замечательно. Можете закрыть рот. И на этом я заканчиваю свой осмотр. С вами все в полном порядке. Записываю это в вашу карту клиента, пациента, сложный русский язык. Вы абсолютно здоровы. Ваши прекрасные ушки, носик и горло в полном порядке. Можете не волноваться. Oui. О, merci, merci. Что же, вашу карту я отнесу потом на стойку. Как это по-русски? Я сам. Регистратуре. Спасибо. Отнесу сам, не волнуйтесь. Да, отправляйтесь домой. Все прекрасно, все здорово. О. Merci. Au revoir. До свидания. Нужно выпить бокальчик красного вина. Точно.